Честно говоря, не знаю, насколько это кайфово или нет, снимать пленочку с нового катера. Но занимается... Но процесс идет это вот так. Именно вот такой и никакой другой. Обычный катер. И, в принципе, просто разрезаем термосад. Сейчас они появятся. Какая волевая пента-то. Красавчик. Вот такая-то. Красивая большая лодка. Еле открывается. Вот такая красота у нас. Я даже не знаю, сколько там наверху стоит.